Всем здорова, с вами канал Китайцы отключился, и сегодня снова пришли посылки. Я очень доволен. Почта России радует. Иногда, конечно же, радует, в основном не радует. Работает очень плохо. И сегодня у нас раз, два, три, четыре, пять посылок. Как-то так, все мелкие пакеты, цены разные, товары разные. Что-то интересное, что-то не очень. Так, наверное, я возьму какой-нибудь ножик сейчас. Первый ножик упался под рукой проходничий. Идет. Открываем. Опа, сразу что-то вылетело. Интересно. Так, ага, понял. Сейчас. Секундочку. Вижу, вижу, вижу. Это у нас вот такие вот заглушки. Заглушки под наушники, чтобы не попадала пыль. Так, по-моему, я заказывал одну, насколько я помню, стоит она 7 рублей. Но в комментариях я почитал, что продавец ложит как минимум 4 вместо одной, так что продавец красавец, за 7 рублей 4 заглушки, очень даже хорошо пойдет. Идем дальше. Тут у нас что такое, непонятно, что такое у нас есть. Так, 7 центов у нас оценено. Вот сейчас откроем, посмотрим. Интересно. Ага, понял, это у нас такие маленькие европаки. С розничной упаковкой в Китае, кстати, проблема. Трудно найти ее на Алиэкспресс. Но я нашел Европак и нашел розничную упаковку типа антистатика. Тоже где-то идет, должна прийти. Так, ладно, тоже пусто. Идем дальше. Тут у нас что такое? Так, у нас оценено в 11 грамм, 1 доллар. Написано другое. Что тут у нас? Хрен его знает. Короче, откроем, посмотрим. Рубим. Что это такое? Ага, это у нас резиночки, маленькие противные резиночки, которые очень хорошо тянутся, кстати. Насколько я помню, стоят они что-то меньше 100 рублей, их тут должно быть тоже около 100 штук. Ценник приемлемый, есть такое дело, идем дальше. Так, тут я знаю, что такое. Опа. Это у нас для мини-бизнеса уже пошло. Опа. Это у нас салфетки и пленки. Пленки на iPhone 4, насколько я понимаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Пятнадцать пленок, да, все правильно. Это у нас пленка, получается, только на перед. Да, это на перед. Заказывал еще там комплект перед, зад где-то идут. И стекла заказывал, тоже должны идти. Очень хорошая тема мини-бизнеса. Айфоны популярные, много. Все покупают на них и стекла, и пленки, и чехлы. И тем более, если делать ценник меньше, чем в магазине, очень хорошо разбирают. Так, дальше идем. Тут я тоже знаю, что такое. Что это? Так, это у нас супер китайский флюс. Тут ничего нету, ни визиток, ни открыток, ни подарков, ничего нету. Полежать. Вот такой вот китайский флюс, такой вот фирмы. Ничем не пахнет абсолютно. Еще я заказал кит-наборы, скоро буду паять кит-наборы. Тут у нас есть такая пломба даже. Не пломба, крышка. Там маленько протекло, но я думаю, не страшно. Так, сколько в нем грамм, интересно. Грамм, 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 грамм. Нигде, главное, не написано, сколько грамм. Типа 10 грамм, что ли? 10 кубов. Тоже ценник хороший. Все ссылки на товары под видео, как обычно. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.